Всем привет, друзья! Посмотрите, какое чудо у меня расцвело сегодня. Сегодня у нас 6 июля. У нас очень жарко, в разгаре лета. И у меня расцвел Сауроматум гутатум. Мухи, конечно, сразу здесь же облепили его. Но запах у него, я не скажу, что такой сильно противный, как у Аморфофалуса. Здесь скорее пахнет каким-то скотным двором. Курятником или козятником. Ну, в общем, что-то такое природное. Не тухлятина, а вот что-то такое другое, как навоз. Вот такое чудо. У него росточек еще идет маленький. Это уже листик будет. Вот такой красавчик. Посмотрите, какой у него его початок, так называемый. Длинный-длинный. Ну и покрывало, конечно, очень красивое. Желтая в бордовых крапинках. Мухи такие наглые, даже улетать не хотят. Ужас вообще. Такой красавчик у меня расцвел. Он уже второй год цветет, почему-то летом. Я не знаю, что с ним произошло. Обычно они цветут либо зимой, либо весной. А этот вот что-то у меня перестроился. Решил цвести летом. Честно говоря, я этому только рада. Потому что когда в доме зацветает, конечно, тяжеловато переносить этот аромат, но на улице нормально. Мухам счастье, а мы полюбуемся красотой. Нюшечка сегодня его нашла по запаху. Утром вышла и бегом искать, что так сильно пахнет. Да, Нюш? Да, Нюш, тебе нравится? Да? Нравится тебе? Вот, вот такая красота у меня сегодня. Полюбуйтесь вместе со мной. Такая у него кубышечка прикольная. Не знаю, будут семена или что будет, но мухи стараются. Потом у него цветочек засохнет и вырастет такая пальма. Лист, один единственный лист с пятнистым стволом, похожий на большой такой веер. Вот еще поближе. Такая красота, друзья. Все, всем пока-пока.